встал вот на горе, такая гора тут на поле. Мне ее еще штурмовать надо будет. Не знаю, камера передаст, не передаст. Вот стою на краю горы, на тракторе. Вниз такой косоклон. Зимой тут на саночках покататься. Офигеть. Так, мы там столько зарисковали уже. Стекла все грязные. Нету времени трактор помыть. Это нормальная горочка. Иду бы посередине поля. Поле большое, классное, но вот из-за того, что вон есть мокряки, колодцы, мелиорации, дубы. Это все объезжать надо. Всем привет! Мы сегодня продолжаем дисковать это большое поле. Не надо.
неужели реально будет дождь? Пару капель на лобовое стекло упало. Блин, ну не надо даже, нахуй. Затемнело. Только вот земля высыпала. Ну, посмотрите, какая сухая, хорошо идет. Ну тут вот сейчас поднимаю, она быстро вновь сохла. Практически через час, через два сеется. Ну это где сейчас свежий, где скованно. А где вчера, так уже можно сеять. Все очень быстро обсыхает. Ну, если даже даст дождь, то... стоят. Вышел я на перекур. В принципе, мне немного осталось, но если бы еще диски не делали мозг, быстро бы давно уже все закончил. Задолбал один барабан нахрен. Постоянно заедает, не вращается. Я уже что только не перепробовал. Я уже его и вычищал. И скрипки выше и ниже, блин. Достал он, я не могу. Второй конкретно. Если его забивают, то или камень попадает, или что-то. Этот постоянно заедает. Я уже скрипки и так, и сяк. И уже, блин, делал так, что он вообще легенько крутится. Что ногой даже крутнешь, он крутит. Он все равно заедает. Бля. Достал он меня. Ну что ж, очередной день у нас. Мы все еще дискуем. Сегодня дискуем недалеко от Дагды. Вот. Параллельно слушаем Черничников. Я включаю на телефоне сейчас, потому что дома вообще времени нету. Какие-то каналы что-то смотреть. Получается, в тракторе слушаю Черничников даже. Ну, всех свои любимые каналы, кого смотрю, сегодня слушаю. Просто включаю. Вдохновение, где-то шоколадное.
включаю на телефоне, подключено к радио по Bluetooth. Смотреть не смотрю их, а просто слушаю. О, у них как раз посылки. Ихная рубрика. Распаковка посылок. Спину чесать. Пришли спину почесать. Прикольно. Ну, надо так в этом месте, потому что когда находишься в спину, почти нужно долго искать. Ну, мы их в основном слушаем. Ты не будешь ходить ко мне, Дима, массаж, Дима, массаж? Так и работаем. Что у нас в этой коробочке большой? Едем на следующее поле. Точнее, летим. Закончили мы очередное поле. Едем домой уже, наверное, все на сегодня. Ну, не знаю, наверное, будем прощаться. Потому что едем мы уже домой. Дома будем отдыхать. Ну, возможно, вставлю барашков, покажу. Потому что я все равно домой приезжаю, я иду к барашкам. Покажу барашков в конце. Что всем пока, всем добра и счастья, удачи и здоровья. Пока-пока.